Всем привет, друзья! Сегодня гоняем в Dirt Rally, гоняем в Германии против мастеров. То есть боты будут у нас на максимум, боты-мастера. Поеду я на мини-купере, что-то на них мало гоняют, на YouTube вообще нет видео с мини-куперами. Поеду я на нем, он у меня не прокачанный, стоковый, хотя он может улучшить 5 элементов, 5 узлов, агрегатов, чего там либо. Но он у меня не прокачанный, нет улучшений. Как говорится, поеду на стоку. Что еще сказать? Поедем в Германии, поедем в спринте. Не длинная трасса. Настраивать я машину не буду. Единственное, что я изменю, это сделаю покороче коробку передач. То есть покороче передачи сделаю. Ну все, друзья, погнали. Поеду я с Open Track'ом. Как всегда. Где, блядь, куда ты еду-то, блядь, а? Ну что ж, 5, погнали. 4, 3, 2, 1. Старт. 80. Внимание, трамплин. Разминка. Лево по 90. Нерез. 200 через яму. Разминка. Правый спинка. Нерез. 350. Через короткие трамплины. Опасная разминка. Лево 2. Через трамплин. Не резко. Разминка. Лево по 90. 400. Держись в траве. Лево 6. Линия через яму. Опасно. Направо 5. Лево. Так, ну что, сразу 3 секунды разминка. Нормально. Лево по 90. Не резко. Разминка лево по 90, нерез, 80, вдоль перекрестка. 300. Внимание, держись левее, через короткий трамплин. Разминка лево 4, не разминка, резко право, нерез. Разминка лево по 90, нерез. Разминка правой спинкой, нерез. Право на 90, усложняется. Лево на 90. Разминка. Блять, вот здесь я сделал ошибку. Заехал на гравий. Но времени потерял, нормально. Перекрестка, 100. Едем дальше. Опасно, держись правее. Через трамплин, сразу разминка. Лево по 90. Разминка, лево по 90. Блин, здесь еще на траву заехал. Что-то не пошло. Правый спинка, не резко, стоп. Разминка, левая спинка, вверх, 80. Здесь перетормозил, не доехал. Трамплин вдоль перекрестка. Вдоль перекрестка. Внимание, возможно прыжок. Лево 6 и право 5, через яму. Держись левее, через короткие трамплины, 80. Разминка, право 4. Разминка. Лево 4. Нерезко. 80. Опасно. Право 5. Длинный. Сразу разминка. Лево по 90. Нерезко. Разминка. Широко. Левая шпилька. Нерезко. 200. Короче, понаделал кучу ошибок. Надеюсь, на финише не проиграю. А так, машинка прикольная. Мне очень нравится. На ней поеду, наверное, на следующую гонку. Ну вот так как-то, друзья, вот так как-то. Надеюсь, время не проиграл. Нет, отлично. Ну все, друзья, буду прощаться. Смотрите видео. Всем удачи, пока.